Ты же вот с девочкой встречаешься, правильно? А когда вы познакомились, она девственницей была? Ну, нет. И тебя это не смутило? А что в этом такого? Меня не волнует, что там было до меня. Не волнует? Да как тебе не противно? У нее же кто-то был до тебя. Ну и она у меня тоже не первая. Это абсолютно ничего не значит. Девочку нужно искать чистую, невинную, а не легкомысленную, как у тебя. Я считаю, что девственница она или нет, абсолютно ничего не значит. В современном мире такие взгляды уже давно ушли на второй план. Девственность никаким образом не характеризует человека. Я пососала хуй 18 людям. Быстро и без сожаления.